Гена сегодня был на стройке. Точнее, ему звонили оттуда. Там проблемы серьезные. Какие? Его пытались обмануть, и... Да не может быть, я... Тогда я поеду сейчас... Все, не все, надо. Все успокойся, выясни. Пожалуйста. Я очень тебя прошу. Это я во всем виновата. Я все исправлю. Сейчас отдохну и все решу. А я не верю, что ты виновата. Честное слово. Просто надо лучше следить за делами, а я кое-что упустила. Вот Гена и злится. Ну, даже если ты и виновата, но повышать голос на тебя – это просто недопустимо. Ничего-ничего, он успокоится. Сейчас он, конечно, злится, но потом... Джон, побудь со мной, пожалуйста. Меня Гена иногда так пугает. А что я делаю? Извини. Эмилия, да? Да нет, поговори, поговори с ней, поговори. Соня, я хочу... Я хочу тебе сказать, чтобы ты знала. Я всегда буду рядом с тобой. И никто тебя больше не обидит.